Теперь нам остается только одно. Биться и оттягивать наш последний час. Солдаты нуждаются в моральной поддержке. Опубликуйте мой приказ. Адам, пишите. Солдаты, вы знаете, что грозит нам, если армия прекратит сопротивление. У нас есть только одна возможность. Бороться до последнего патрона. Будем надеяться на близкое избавление, которое находится в пути к нам. Что находится в пути к нам? Смерть. Поздравляю вас с присвоением вам звания генерал-фельдмаршала. Благодарю. Фюрер так щедр.